Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам немножко расскажу о том, как из вот такой вот удлиненной рубашки сделать себе сарафан. Где у нас идет верхний срез нашего сарафана. Все срезы я обметала здесь по кругу, в том числе и пройму. И теперь я сейчас сяду за машинку и получается вот так вот 1 сантиметр подверну вовнутрь и дам отделочную строчку. Я настрочила вот такой вот кармашек. Смотрится он достаточно интересно. Из второго рукава я выкроила 2 вот таких вот прямоугольника. Один я здесь уже застрочила. И получается, лицевой стороной я накладываю вот сюда свой кармашек. Ориентируюсь я на низ этой петельки, чтобы оно у нас все было симметрично. Зафиксирую сейчас парочку иголочками. И сейчас, получается, я буду брать, подгинать шов вовнутрь. И здесь я дам вот такую вот строчку. Получится у меня вот такой вот красивый, симпатичный кармашек. Вот такая вот красота уже получается. Получается, сарафан наш уже практически готов. Здесь вот я все обработала. Вот оно здесь красиво тоже в стык все встало. Теперь из другого рукава я выкроила вот такие вот 4 полосочки. Я их сшила между собой. Просто швы закладывала вовнутрь и настрачивала отделочную строчку. И теперь я их буду вот сюда пришивать. Нижний край, здесь он у меня не обработан, я его пришью вот сюда к низу, лямочки. И со стороны спинки я точно так же необработанным срезом вот сюда вот закладу и зашью. Получается, у меня будут вот такие вот лямочки длинные. И на плечах можно будет красиво завязать их в банты. И теперь мне осталось их только притачать, и наш сарафан уже будет готов. После того, как мы пришили наши лямки, мы завязываем красивый узелок, делаем это несколько раз. Ну, в общем, как-то так оформляем наш бантик, чтобы лямка держалась хорошо. В начале видео у меня произошла маленькая техническая неполадка с видео, перед тем, как я начала кроить рубашку. Вы поняли, надеюсь, то, что всю вот эту вот переднюю часть. Здесь у меня был воротник, плечи, рукава. Надеюсь, вы поняли то, что я все это отрезала. И вот где шла у меня пройма, я поделила пройму пополам и сделала прямую линию. Благодаря этому у меня получился вот такой вот прямой крой. Надеюсь на то, что вам это видео пригодится, оно вам немножко понравилось, вы вдохновились. Всем я вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока!